Как сообщают в правительстве Свердловской области, власти прежде всего стараются выделить путевки во Всероссийскую детскую здравницу юным жителям северных территорий региона. Среднеуральские власти говорят, что их программа оздоровления детей на Черноморском побережье уникальна прежде всего из-за количества детей. Она действует с 2011 года. За это время в Анапе побывали 6 тысяч юных уральцев. Также в «Жемчужину России» отправился специальный детский поезд с ребятами из Иркутской области и Бурятии. В нем 156 юных пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.